Загадочный мир, населенных людьми, эльфами и гномами. Эх, стандарт, не удивлюсь, если еще и орки будут потом. Всем привет, с вами как всегда проект Диссонанс, и не будем вас долго сегодня томить. И как всегда, по законам жанра, самые сладкие ссылочки в описании для вас, а для нас лайкос под видос. Присаживайтесь поудобнее и поехали. Речь сегодня пойдет о игре Mia Online. Mia Online предусматривает нелинейное развитие персонажей, гильдий, множество сюжетных и побочных квестов и многое другое. Известно, что в игре будет 6 основных классов: Рейнджер, Ассасин, Мелодист, Паладин, Берсерк и Мистик. Давайте немножечко поподробнее разберемся о этих классах. Паладин – стойкие чемпионы мира Mia Online. Их сравнивают с великими скалами из-за своей стойкости. Используя свою непробиваемую защиту, они также могут отражать урон обратно в лицо врага. Скрытые и непривыкшие смешиваться с внешним миром мелодисты пришли из далекой деревни гномов. Они преуспевают в поддержке своих товарищей по команде, повышая их характеристики и исцеляя раненых. Скорее всего, в RAW-версии они будут называться хилами или же жрецами. Рейнджеры из загадочной эльфийской расы. Они, как известно, очень проворные и волевые. Рейнджеры одарены своей безупречной точностью, используя зачарованный лук. Хитры, таинственны и опасны, родом из эльфийской расы. Ассасины лучше всего известны своей способностью застать врагов врасплох. Ассасины преуспевают в хитрых атаках и способны быстро уничтожать свою цель. Берсерки – это гномы, которые считают себя ветеранами всех сезонов войны. Они наделены силой и долговечностью, что делает их надежными союзниками и грозными врагами. И, наконец, происходя из человеческой расы, которая владеет искусством криомеханики – мистики. Очень известны благодаря своей разрушительной массовой ледяной магии. Они могут манипулировать элементалями льда, чтобы уничтожить врагов, а также защитить себя. Игроки смогут попробовать свои силы в разнообразных PvP-состязаниях. Например, в таких как арена 1 на 1, 3 на 3 или вовсе 10 на 10. А вот главное PvP-событие – это война наций. Станут фишкой игры. В самом начале вы будете давать клятву верности одной из четырех наций, а сражаться с другими игроками можно будет, как только вы зайдете на территорию любой из трех оставшихся. Любители PvE контента, тоже не унывайте, здесь предусмотрены для вас изобилие контента. Одна из самых зрелищных возможностей игры – это путешествие в воздухе. Ну, это уже на данный момент не ново. Предварительная регистрация на зрелищную MMORPG Mia Online все еще открыта, а в Google Play уже начался открытый бета-тест. Сперва загляните в описании, где есть ссылочка на официальный сайт. Потом отправляйтесь туда и регистрируйтесь. Пользователи уже открыли два вида наград, зарегистрировавшись более 100 тысяч раз. Впереди рубеж в 200 и 350 тысяч. Так что желаем вам удачи в этом прекрасном мире. Только не уходите от реальности, вы нам нужны. А с вами, как всегда, был проект Диссонанс. Не скучайте и до новых встреч. Пока-пока.